Всем добрый день, друзья. Я нахожусь на Бали. За мной океан, светит солнце. Хотел рассказать о такой позе из йоги, как поза лотоса. На данном видео я показываю подводящие асаны в данной позе. В данный момент я растягиваю голеностоп. Делаю попеременно голеностоп левой ноги, правой. Далее я растягиваю икры и спину. В данной позиции хорошо растягиваются бедра. В следующей позиции я делаю так называемый треугольник. С помощью него хорошо растягиваются ягодицы и колени. В данной позиции очень важно ставить стопу именно на колено. В следующей позиции я растягиваю ягодицы, другую часть ягодиц. Другая сторона. Следующая позиция также направлена на растяжение ягодиц. Это уже дополнительный момент. Пытаюсь закинуть ногу за голову. Насколько я знаю, это на позу лотоса не влияет. Это уже желание изнутри исходит. Дополнительно растянуться. Вот, в данный момент я пробую сесть в позу лотоса. Она получается у меня. Хочу пару слов рассказать о данной позе. Данная поза, насколько я знаю, помогает максимально уравновесить тело и ум, занять нам устойчивое положение в пространстве, приводит к максимальному расслаблению. Является классической асаной в йоге. Также хочу сказать, что существуют дополнительные подводящие асаны. По мере необходимости их можно использовать, например, бабочка. Ну, в данном случае я смог сесть в эту позу без дополнительных асан.
всем добра.